Всем привет! С вами Inform TV. Сегодня я с вами поделюсь лучшими напитками для похудения. Как прекрасно заварить себе какой-нибудь чай, выпить его вечером, а утром проснуться уже с меньшим весом. Хотите узнать секреты? Смотрите видео, а также подписывайтесь на канал. Первое место в моем топе занимает корица с медом. Именно после нее я замечала наилучшие результаты. Мед считается хорошим средством для выведения из организма лишней воды. В то же время корица ускоряет переваривание пищи и стимулирует перистальтику. Совместно они выводят из кишечника шлаки и токсины, оздоравливают организм, стимулируют обменные процессы и заметно приглушают аппетит. Это именно то, что нам нужно. Для приготовления порции потребуется 200 мл горячей воды, палочка корицы, можно использовать чайную ложку порошка, 1 ложку меда и лимон, можно несколько капель по желанию. В горячую воду опускаем корицу и настаиваем в укутанном виде или в термосе не менее 30 минут. Основу напитка остужаем и добавляем мед. Пить ароматный напиток нужно утром натощак, а также незадолго до ужина. Но помните, что ужин должен быть легким. Картошка, жареная с мясом на сковороде, не подойдет. Второе место – это грейпфрут и облепиха. Компоненты этого напитка ускоряют метаболизм и обменные процессы на клеточном уровне. Заметно повышают энергопотребление организма и тем самым стимулируют расщепление жировых отложений. Для приготовления этого напитка потребуется 1 литр воды, небольшой кусочек имбирного корня, половина крупного грейпфрута, 100 мл облепихового сиропа или 100 грамм пюре из свежих ягод. Это уже вам на выбор, что есть в хозяйстве. А также можно добавить мед по желанию. В воде растворяем сироп облепихи или сок из ягод, пюре из имбиря и хорошенько все перемешиваем. Дальше грейпфрут нарезаем небольшими кубиками и опускаем в напиток. Настаивать его нужно не менее часа в холодильнике. Я его пила с кубиками льда, так вкуснее. И можно его пить небольшими порциями в течение дня. Не обязательно все выпивать вечером или утром, растягивайте. Дальше я хотела бы посоветовать вам травяные чаи. Их можно приготовить по различным рецептам, в зависимости от преследуемых целей. Например, для уменьшения аппетита в напиток следует добавить корни алтея, стевию, траву зверобоя или спирулину. Нормализовать потребность в питательных веществах поможет калина, шиповник и облепиха. Избавиться от лишней жидкости и уменьшить объемы помогут корни одуванчика, имбиря, сенна, семена аниса, липовый цвет и брусничный лист. Ускорить похудение помогут куркума, листья зеленого чая, ламинария и ананас. Для аромата можно добавить лист смородины, чабрец или мяту. Для приготовления чая для похудения потребуется фарфоровый или керамический чайник, около 500 мл воды и смесь из трав. Вариации могут быть самыми разными. Расскажу о трех из них, которые использовала лично я. Первое – это сенна, листья облепихи, корень алтея, липовый цвет и ламинария в равных частях. Все тщательно перемешайте. На 500 литров воды потребуется 2 столовых ложки данной смеси. Следующий рецепт – листья брусники, трава зверобоя, ромашка, шиповник сушеный и стевия. Так же само все смешиваем и на 500 литров воды 2 столовые ложки. И еще один вариант чая – имбирь, анис черный, плоды калины и шиповника, корень алтея, куркума. В данном случае на 500 мл воды потребуется только 1 столовая ложка смеси. На четвертом месте зеленый чай.
неферментированные листья чая обладают легким мочегонным действием и ускоряют метаболизм. Входящие в их состав полифенольные соединения усиливают энергообмен и способствуют расщеплению жировых отложений. Кроме того, выпитый незадолго до еды напиток уменьшает аппетит. Чтобы худеть с зеленым чаем более эффективно, я его употребляла в следующих вариантах. Первый – охлажденный с добавлением лимона и имбиря. Второй – горячим с добавлением молока. Но помните, молоко должно быть не жирное, не более 0,5%. А также теплым с лимонным соком. Тем, кто худеет с зеленым чаем, очень нежелательно принимать алкоголь. Но богатые клетчаткой продукты, наоборот, усилят положительное действие напитка на организм. Последний в топ-5 напитков для похудения – это имбирный лимонад. Его лучше пить летом. Входящие в состав этого напитка ингредиенты улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ, повышают тонус и стимулируют работоспособность. Также этот лимонад активно выводит жидкость из тканей, помогая снижать вес. Вам потребуется 3 крупных лимона, 50 грамм корня имбиря, 5 столовых ложек меда и 3 литра воды. Из лимонов выжимаете сок. Имбирный корень превращаете в пюре с помощью мелкой терки. В смесь выливаете 2 стакана воды и ставим будущий лимонад на слабенький огонь. После закипания держим его там 20 минут. Убираем с огня, остужаем и только после этого добавляем мед и остальную воду. Пить этот лимонад рекомендуется в течение дня между приемами пищи. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пишите, какой из рецептов вам понравился наибольше и какой вы уже испробовали на себе. Есть ли результаты? Также не забывайте подписываться на канал. Удачи!